Ну что, всем привет, на связи Рубин ТВ. Меня зовут Сулейман, и мы прямо сейчас находимся на событии, посвященном 65-летию футбольного клуба Рубин. Здесь, между прочим, в парке Урам пройдет мини-турнир, в рамках которого участие примут женский футбольный клуб Рубин. Безусловно, фанаты Рубина, без них мы никуда. Медийный футбольный клуб Рубин, за который я даже сыграю, и, безусловно, легенда Рубина. Там будут все, Домингес, Бухаров, короче, все, кого мы любим. Давайте следить и смотреть, что же и как будет. А, безусловно, еще с людьми пообщаемся. Давайте, погнали, погнали! Мы погнали общаться с людьми, и начинаем мы с прекрасной половины человечества. У нас прямо сейчас на связи будет женский футбольный клуб Рубин. Давайте пообщаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Они очень приветливые, сразу видно. Ну, во-первых, как настроение в целом? Как меня бросили? Все хорошо. Все хорошо. Кто самый общительный вообще из вас? Все, идем. Сазонова, ну-ка, бегом к доске. Ну, расскажи, как вы вообще у вашей команды настроение? У нас всегда все супер, мы всегда настроены на победу. Ага. Всегда. То есть вы хотите еще и всех обыграть сегодня? А зачем мы приехали? Познакомь с девчонками. Кто, на кого стоит обратить внимание, за кем стоит следить? Это Юля Безобразова, она наш нападающий. Ага. Она просто всем порвет сегодня все. Всем порвет сегодня все. Это кликбейт, кстати говоря. Юля Безобразова провала всем сегодня все. Так, это Алия Хабибрахманова, наш защитник. Наш. Просто лучше. Она сегодня никому не даст пройти. Так, дальше. Анастасия Волхова. Так. Где ты сейчас играешь? Она играет в защите тоже. Ага. А у вас это для вас такой чуть-чуть экспериментальный турнир, правильно понимаю? Да. Мы вчера только приехали с игры, и сегодня нас опять поперли играть. Поперли играть. Поперли играть. Вот сразу видно, профики, это работа для них. Елизавета Чернышова, мы Елизавета Чернышова. Тоже наш сегодня. Ну, кто не знает Елизавету Чернышову, о чем вы говорите? Так, дальше, окей. Карина Вихрева, она сегодня тоже с нами на банке, наша нападающая. Карин, не переживай, зато у тебя имя красивое, вообще пофиг, забей. По факту. Аида Альмеева, наш сегодня нападающий, она в старте. Она в старте. Она в старте. Она в старте. Так, давайте пять все, ну-ка, быстренько. Пять. Вы лучшие вообще, я надеюсь, у вас будет хорошая игра. Так, ты вратарь, да? Но сегодня нападающий, а так вратарь. Лучше. Женский футбольный клуб Рубин, прикиньте, они вот такие заряженные, очень прикольные девчонки, веселые, давайте пообщаемся с другими. С медиафутбольным клубом Рубин. Ром, да. Мы с легендами играем первый матч. Вообще, какие ощущения? Ощущения? Ну, на самом деле, я никогда не думал, что я с ними буду находиться на одном поле. Вот. Правда, некоторых я знаю, ну, в смысле, лично. Вот. Но в целом, как бы, это незабываемо, я думаю, очень интересно. Как часто будет меня Бухаров проходить в защите? Ну, я думаю, что достаточно часто он будет тебя продавливать, скорее всего. Он тебя будет продавливать. Он немного, наверное, потерял скорости, но думаю, что прибавил габаритов. Погнали, быстрее, фоткаться! Все, фоткаемся. Есть люди, которые умели играть, умеют играть, и которые не умеют играть. Это, кстати, я про нас. Так, смотрим. Все, спасибо большое. Давай сравним. Вот твой уровень игры и его уровень игры. Насколько они разные? Насколько ты выше? В прайме? Если я в прайме, я наравне Домингеса в его форме. Ну, когда он в прайме, ну, это же европейский уровень, реально. Это уже другой уровень. Давай так, Лионель Месси или Алехандро Домингес? Домингес. Криштиану Роналду или Алехандро Домингес? Домингес. Все, правильно. Молодец. Потом на карту скинем за это мнение. Лучший, красавчик. Мы начинаем первый матч уже. Мы играем против легенд, но быстренько нужно поговорить с судьями. Во-первых, очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько вы неподкупны сегодня? Категорически неподкупны. Категорически неподкупны. Но в пользу всех, кроме легенд, правильно понимаю? Игра все покажет. Это пик вашей карьеры? Надеюсь, нет. Тоже надеюсь. Ладно, хорошего судейства, хорошей игры всем, без травм. Вам тоже без травм, это очень важно, если честно. Ой, какие-то они очень напряженные, такие прям все. Опасно!
играли легендам, но это было уважение. Как можно их не уважать? Объясните, пожалуйста. Сейчас есть предложение чуть пообщаться с ними. Алан Касая. Алан, извините, а можно, можно небольшое интервью у вас взять? Во-первых, безграничное уважение вам. Спасибо. А во-вторых, ну, скажите честно, насколько было легко нас обыграть? Ну, нелегко было. Была борьба. Нам чуть больше повезло. Вот у нас столько моментов было в начале. Мы и раз в штангу, и два в штангу. Стоит легенда, поэтому вам тяжело было. Насколько легко было с нами играть? С кем? Ну, вот Медень, футбольный клуб Рубин. Вы знаете, меня удивило. Удивил настрой команды, да, противника. И нам очень повезло, на самом деле. И если бы не Викторович у нас в воротах, да, то мы, я думаю, он такие безнадежные мячи потащил. Если честно, ничейный, больше ничейный матч, но нам удалось выиграть. У меня будет мини-экзамен по английскому языку. Посмотрим. I'm sorry, Margaret. Can I have some kind of interview with you? Okay. Okay, so it's a huge honor, to be honest, to play against you in 2-1. Tell me, please, how difficult it was to play against our team, Meda Football Club? No, it's just very difficult because most players are very young. Most of them, they were in Dubli when I was playing here. Balakin, Kirev. Yeah, so it was very exciting to see them again today. Did you want Evgeny Balakin to play with you in the same team or like? No, it was the same as football. So, you know, we are here to enjoy and again to meet people because people in Kazan, they like brothers and sisters and others that are our fathers and our mothers. С нами игрок, фанат Рубина. Данил, здравствуйте, как вас зовут? Данил. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, какой счет сейчас вообще? 0-0. Вы ожидали такого ожесточенного сопротивления от женского футбольного клуба Рубин? Нет никакого сопротивления. Нет никакого сопротивления? Вы их разваливаете под орех? Да. А как 0-0 тогда? Шанс даем. Шанс даете. Чтобы потом обиднее было проиграть? Да. Не джентльмены у нас, но спортсмены, духом присутствуют. Получился, между прочим, очень круто и атмосферно. Безусловно, поздравляем родной футбольный клуб «Рубин» с 65-летием. Первое место у нас заняли легенды клуба. Второе место занял медиафутбольный клуб «Рубин». Третье – фанаты. Ну и четвертое заняли девушки. Но, несмотря на это, очень крутую игру показали. Более того, Карина Вихрева, игрок ЖПК «Рубин», еще и взяла лучшего игрока турнира. Как-то так. Следите за нами, болейте за Рубин, болейте за нас, ну и, безусловно, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И, конечно же, до новых встреч на стадионе. Пока-пока.